А в самом Донбассе не прекращаются обстрелы. С вечера украинские силовики опять открыли огонь по Горловке из танков и минометов. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. В некоторых районах нет электричества. Трое мирных жителей ранены в Ясиноватском районе провозглашенной ДНР. Они госпитализированы. Снаряды падали прямо на улице. Массированной атаке киевских военных подвергся и Донецк. По информации мэрии, главной мишенью стал поселок Старомихайловка на окраине города. Зафиксированы прямые попадания в дома.